Сериал «Игра в кальмара» может получить свою полноценную вселенную. Об этом рассказал один из руководителей Netflix Тед Сарандос в интервью изданию Variety. Представитель сервиса впервые официально подтвердил, что разработка второго сезона уже началась, и съемки должны стартовать в этом году. Netflix планирует расширять влияние проекта на аудиторию и создать целую вселенную сериала с игровой реальностью. «Игра в кальмара» стала одним из самых успешных проектов на стриминге. Инвестиции в малоизвестный корейский сериал окупились 11 раз. Прибыль составила 900 миллионов долларов.